Всем привет! И сегодня мы поговорим об одной из самых ожидаемых игр года – Fallout 4. В этом видео вы найдете не только все известные на данный момент официальные факты, но и другие подробности о проекте. Итак, поехали! Fallout 4 будет динамическая смена погоды и радиационные штормы. В отличие от третьего Fallout, погода в игре не всегда будет яркой и солнечной. Более того, в одном из своих интервью Тодд Говард заявил, что атмосферные явления Fallout 4 могут представлять немалую опасность для игрока. Так, например, из-за сильных ветров по пустоши будут периодически проноситься смертоносные радиационные штормы, которые образуются над локацией «Светящееся море». Именно в этот участок карты упали ядерные бомбы, нацеленные на Бостон. Кинематографическую камеру во время диалогов можно отключить. Многие игроки были неприятно удивлены, увидев в Fallout 4 кинематографические диалоги а-ля Mass Effect. К счастью для недовольных, беседовать с персонажами можно по старинке, от первого лица. Кстати, теперь выслушивая собеседника, герой не обязательно стоять на месте, как вкопанному. Пока NPC проговаривает свои реплики, игрок может лазить в инвентаре, что-то мастерить и ходить по комнате. В игре можно будет сооружать здания и основывать поселения. Строительство домов – одно из самых интересных нововведений в Fallout 4. Игрок сам решает, где и из чего будет сконструировано его жилище, и как оно будет выглядеть внутри и снаружи. Обустроенный надежно защищенный дом со временем может стать ядром небольшого поселения. Странствующие торговцы и другие персонажи подселятся к главному герою, когда тот проведет у себя на базе электричество, начнет выращивать еду и оградить территорию оборонительными сооружениями. В Fallout 4 будет полсотни видов оружия и 700 модификаций к ним. Оружейному делу Fallout 4 уделяется не меньше внимания, чем строительству зданий. Здесь для каждой пушки предусмотрено такое количество модификаций, что при желании игрок может создавать совершенно уникальные стволы, аналогов которым не найти во всей пустоши. К примеру, обычный плазменный пистолет реально превратится в плазменное ружье, из которого в свою очередь можно сделать энергетический дробовик, автомат, плазменную снайперскую винтовку или что-то среднее между перечисленными видами оружия. Первые небольшие, но важные улучшения, внесенные в экшн-составляющую игры, заметны уже в геймплейных роликах. Так, например, можно задерживать дыхание при стрельбе из снайперских винтовок, что повышает точность выстрела. А у гранат наконец-то появилась своя кнопка на геймпаде, благодаря чему метать снаряды должно быть намного проще. В недавнем интервью Тодд Говард развеял слухи о том, что мир Fallout 4 в несколько раз превосходит территорию Скайрима, и заявил, что на самом деле бостонская пустошь вполне сопоставима в размерах со страной нордов. Разница в том, что интересного контента в Fallout 4 будет куда больше. Ведущий продюсер проекта Джефф Гардинер рассказал, что до сих пор находит в игре новые вещи, хотя и играет в нее уже около 400 часов. К слову, в игре совершенно не будет экранов загрузки при переходе с открытой местности в здание, прямо как в третьем Ведьмаке или GTA 5. В Fallout 4 можно будет почувствовать себя Тони Старком. Силовая броня в новом Fallout напоминает костюм Железного Человека. В своей мастерской игрок может менять ее отдельные детали, красить доспехи в разные цвета и улучшать его за счет особых модификаций. При желании к броне можно прикрепить джетпак. По сути, силовая броня в Fallout 4 – это небольшой танк. Герой, закованный в такой высокотехнологичный доспех, превращается в неуязвимую машину смерти, но расплачивается за превосходную защиту, ухудшенной подвижностью. Кроме того, все указывает на то, что силовая броня будет нуждаться в регулярной подзарядке, поэтому игроку придется использовать ее только в наиболее сложных сражениях. Ролевая система Special претерпела некоторые изменения. Самое важное отличие Special в Fallout 4 от ее предыдущих версий – это отсутствие навыков. Судя по всему, все те умения, которые раньше определяли, насколько хорошо герой пользуется оружием, ремонтирует вещи и взламывает компьютеры, в Fallout 4 станут частью некой обновленной системы перков. Сюжет игры будет меньше водить игрока за руку. Третий Fallout часто ругают за слабый сюжет и вполне обоснованно. Основной квест игры был слишком линейный, игрок почти никогда не влиял на события, из-за чего следить за происходящим на экране было довольно скучно. К счастью, разработчики это признают и обещают, что сюжет Fallout 4 предоставит игрокам куда большую свободу выбора. Компаньоны в Fallout 4 будут бессмертными. Пока что разработчик показал двух потенциальных спутников, с которыми можно будет путешествовать по пустоши. Это немецкая овчарка и робот-дворецкий по имени Готсворт. Эти и другие компаньоны Fallout 4 бессмертны в бою. Разработчики сделали их неуязвимыми.
чтобы игроку не приходилось перезагружаться каждый раз, когда, например, верного пса разорвало гранатой. А вот могут ли спутники погибнуть в хардкорном режиме игры, как это было в Нью-Вегас, и появится ли вообще такой режим в Fallout 4, пока неизвестно. Пожалуй, самая главная новость о Fallout 4, которую мы на сегодняшний день знаем, это дата релиза игры – 10 ноября 2015 года. Разработчик работает над проектом почти 6 лет, и это долгий и трудный процесс наконец-то подходит к концу, и уже скоро миллионы игроков покинут убежище 111 и отправятся исследовать постъядерные руины Бостона и его окрестностей. И на этом все, друзья. С вами был Макс. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И обязательно пишите комменты. Всем до скорого и пока!